по розничной сети у нас на сегодняшний день существует 1700 магазинов, которые находятся во владении нашей дочерней компании РТК, стопроцентная дочка МТС, бизнес, который, так сказать, мы в этом году начали развивать, и еще 350 салонов-магазинов, которые находятся в собственности МТС. В 2010 году мы хотим иметь, где-то были цифры, 1980, по-моему, магазинов РТК и 350 салонов-магазинов МТС, которые будут переданы в РТК под управление, а также еще, так сказать, около 1000 франчайзинговых салонов, которые не принадлежат МТС и не принадлежат РТК. Сегодня они, кстати, тоже существуют. Количество франчайзинговых салонов мы не планируем серьезно увеличивать, то есть мы планируем радикально повысить их качество и повысить предъявляемые требования, потому что сейчас франчайзинг все-таки, так сказать, немного более разношерстен, чем мы хотели бы это видеть. В 2010 году, соответственно, будет 1000 высокого уровня франчайзинговых магазинов, 1980 магазинов РТК и 350 магазинов МТС. В 2011 году мы планируем довести общее количество магазинов РТК и МТС до 2500 и оставить 1000 франчайзинговых салонов. То есть всего 3500 точек продаж по стране. Мы считаем, что это количество, которое достаточно для того, чтобы магазин МТС, который будет продавать теперь продукты не только МТС, но и также продукты Камстар и новые продукты конвергентные, которые мы вместе будем делать. Так вот, этого количества достаточно, чтобы магазины были в шаговой доступности и служили бы хорошей альтернативой другим приложениям на рынке, как, так сказать, мультибрендовых ритейлеров, так и ритейлеров, принадлежащих нашим конкурентам.